Сделать ярче сумерки северной столицы приехал талантливый пианист и композитор Роберто Фонсека, который привез на берега Невы кубинский джаз, сочетающий в себе мелодии классического африканского джаза и мотивы кубинской народной музыки. Это направление появилось сразу после Второй мировой войны, когда в США прибыла волна кубинских музыкантов, среди которых было немало исполнителей на ударных инструментах. Так кубинский джаз совместил в себе перкуссию и драмс, то есть ударные, на которых работают палочками и ладонями, что заметно обновило ритмическую основу джазовой музыки. На концерте в Санкт-Петербургском мюзик-холле Роберто Фонсека исполнил произведение из своего последнего альбома «Сердце». Исполнитель погрузил петербургскую публику в далекое путешествие по живописным местам родной Кубы. Мне кажется, это очень энергичный джаз. Кубинский джаз отличается каким-то вкусом, он какой-то алкогольный, есть такой термин, но это прежде всего энергия. Быстрее всего на свете.